Рассмотрите вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается. К другим темам. Более 2500 человек в области пострадали от укусов клещей, в том числе 814 детей. Специалисты отмечают, что с потеплением возрастает активность клещей. В природных очагах клещевого энцефалита 12 районов. Абдулинский, Осипиевский, Пономаревский, Грачевский, Оренбургский, Бузулукский, Бугуруслански, Матвеевский.